calling the shots over there from arming themselves. They put order in for a barrage on a heavily weaponized ATV, which we are going to intercept. You're paying a visit to the dealer to find out how the order is being filled. Да. Поехали. О, прикольно, и мне его рожу еще что ли сейчас искать надо будет? Да ладно. Ну, давай глянем, что за мужик. А, черный, ясно. Я думаю, этого хватит. Я даже могу черты лица не запоминать. Я просто за первым черным пойду, которого найду. ФСБ уничтожили оснащение, круто. Дождись, пока цель покинет сектор. А, тут... Ой, блядь, я ему бибикнул. А как фары отключить? G, да? Нет, H. Да, H. Дождись, пока цель покинет сектор. Ну, ждем. Ждем, курим, ждем. Это, знаешь, как... Я не помню, в каком задании это было. Типа, убить бомжей. Почему нельзя его вырубить? А, ну да. Следуйте за ним аккуратно. Едет такая курума рядом с чуваком и клаксонит ему. И вообще, вот никакого палева нет. Теперь эта курума повернула с ним во дворик маленький. Ну, вообще ничего подозрительного пока нет. Пока не кажется в уединенном месте. А, все, наверное, да? Можно уже? Не спугните его, ладно? Во, все, давай, а теперь вырубил его. Ой, надо было вырубить, да? Ну, ладно, я убил. Ну, вроде ничего не написано. Доставьте портфель на базу. Вот и теперь 12 километров. Ехать. 10. Подлетаю. И... Airdrop? Airdrop? Давай. Вот аирдроп. Минус вертолет. Да. По-моему, меня ветром уносит, блядь. Я не могу остановиться. Неплохо. А я об дерево запнулся и на жопе прокатился неплохо так. Метров 50. Наверное. И выполнено. Вы доставили портфель. А теперь задание само. Говно. А, ты даже выжил и не дал получить награду. Да, $1000. Ну что сказать, минус Николас Ван Ортон. Нефиг назначать награду за мою голову. Ну чувак, ты IGN. Да, я знаю. А теперь задание. Оно называется... оно называется как боты... Ханджали! Оно называется. Нет. Ханджали! Ой, или... Ой. А, Бэрэдж. Это Ханджали следующее будет. А, погоди, так их тут 5 штук? Это мы только третье выполняем? Ё-моё, я думал их тут... Мудак на танке, иди нахуй. Пишет монах. Да это уже давно они уже вышли. Давай, начинаем. Ой, бля, это, надеюсь, не надо будет сейчас цеплять на этом каргобобе вот этот Бэрэдж. Возможно, надо это будет. Это такая хрень просто. Ну ладно. Бэрэдж.
Доберитесь до засад. И где засада? Сейчас он пояснит. Ну, далеко. Обсерватория. Ой, это да, это далеко. Да, как всегда, на то место может все-таки хоть на этот раз зареспаунить. Да. Они специально разводят на Avenger, чтобы купили и летали тут на нем в ограблении. Вот это русский. Он написал это ограбление? Что? Это Богдан там говорил, типа, некрасиво, не круто. Если бы он это какой рельсотрон выдал. Да. Так, ну раз там типа войнушка намечается, то надо опять как по чуть-чуть, блядь. И вот и обсерватория. Сейчас, если что, я уже, да, я почти приехал. Сейчас заценю снайпу с МК-2 разрывными. Вот ее, кстати, я, по-моему, уже, может, купил, может, нет, не знаю. Так, ладно, все, я тут. Или получить. А где она хоть? А, во. Тяжелая снайперская МК-2. Нихуя. Ждите команду у точки. Ну, почти идеально. Identify. Keep the horizon on horizon. Давай FPP включай. Не хочу. Он летят уже. Где? Так, нам что, уничтожить каргобоб, окей? Именно каргобоб, да. А там есть вообще пилот, блядь? Не знаю. О, блядь! Сука, всё. Не забывай про здоровье, если дырас упали. Они быстро уничтожают с МК-2. Так, два выстрела с МК-2 и вертолета нет уже. Ну, шла. Да, два выстрела и все. Я просто не стал рисковать. Что дальше? Теперь к Бэрэджу, где мы его сбили. Ты что, не слышал, что они говорили? Ну ты даешь. А вот и он. Где? А вот. Вот он. Так, и... Тихо. Чувак, дай мне сесть. А чё лучше, этот, который наверху, или... Как этим вот задним управлять? О! Вот, теперь знаешь. Понял. Тут он на троих, так что... Блядь, чувак, мне камера не видно. Стреляй! Нихуя, блядь, меня что-то видно. Ать! О, нормально. Вообще нормально. Не вижу даже никого. Пойду с МК-2 стрелять, чё? Ой, еще умру. О, не умер. Это было близко. Давай, быстрее где-то. А все. Вот это, блядь, скольжение. Ничего не садится.
А как сменить на то? А никак. Я вот что-то на то, на самом деле, хотел, но я не знаю, что он несет. А, на этими выпускать, понял. Чувак, может я все-таки пересяду как-нибудь? Нет. Ладно. Полетаем. Это просто горит... у меня угол обзора тут очень хреновый. Это горит вездеход. Тихо, стой, опять выпал. Давай. Сейчас вот сюда. Давай. Старайся не переворачиваться. Я постараюсь. Я не... Вот я не... Так, о! Блин, нихера, он прям на землю. Ну нахуй. Не. Вот, кстати, это. Вот эту тачку я бы, кстати, купил бы. Пулемет. Дресня, да. Не, пулемет мощный. Ты что ты так кружишь-то? Да я не знаю, я пытаюсь срезать как можно чаще. Не надо, давай по дороге. Пусть срезать хочешь. Я сейчас перевернусь опять, блин. Ого! Да погоди, тут уже анимация 100 лет идет. Все, серьезно, не переворачивайся. Все, понял, переворачиваюсь. Начинаем. Тут 2 километра почти доехали. Бля. Вот это вездеход. На! Ну, бля, он сам переворачивается. Конечно, постоянно. Да, блядь. Да. Вай, блядь, залази, нахуй. Ну, если я сдохну, я не знаю. Еба, разрывает это просто. Бэридж. Ладно, тут не надо было хотя бы 4 транспорта, блядь, доставлять. И на том спасибо. 4 бесполезных транспорта. Понял. Ты точно хочешь этот Бэрридж? Я-то хочу, но как-то... Ну, с другим водителем, типа... пожалуй. Да, ты теперь не водитель. Я сейчас сам себя уничтожу. Уэйф! Я не знаю, почему так происходит. Давай, садись сюда. Блядь. Садись. Да действительно. Блин. Что это так происходит? А, ну неплохое подготовительное, да, вообще, мне нравится. Можно поиздеваться над стрелком. Хотя, я не знаю, почему ты так часто переворачиваешься. Вот, например, сейчас! Да, блядь! Я не знаю, блядь, ну почему? Почему? А у тебя хватит сил уничтожить аэродром? Да. Ну ладно. О, давай. Самолет. Не дай ему взлететь, Владимир! Я его заблочу. О! Давай, взрывай. Вот теперь серьезно не переворачивай, блядь, а то пизда точно будет. Да все, я понял. Уй, бля. А, я понял. Лучше заходами будем это делать. Первый заход. Бля. Погоди. Сейчас будет второй заход. Не-не, вот вертолет сначала лучше. Подойдет. Давай. О, а теперь второй заход. Давай. Я даже помогу тебе. Здоровья, здоровья, уйди! Не! Все, я успел. Все, теперь давай третий. Нет, у меня красное ХП! Ну, жри. Нет, чего? Сейчас босс мне на фул отхилит. Ща. Хил. И, кстати, уже, по идее, мог 100 раз сдохнуть. Я не знаю, почему там полоска вообще не убавлялась, когда переворачивался особо. Блядь! Они так-то очень дамаживают, не забывай. Ой, бля, да я знаю, мне самому больно.
Экран пиздец трясёт. Где они там, блядь, лазят, сука? Да я не знаю. Я боюсь подъезжать. Не, я тоже, не, держись пока. Он тоже лучше стрелять буду. Какой клир, блядь, нахуй. Пока всех не уничтожу, блядь. Где последний? Все. Нет. Теперь клир. Нет. Вот теперь да. О, еще. Сначала вертолет, потом. Ну. Так, переворачиваемся теперь. Сука, 1 километр, алло, погнали. На! Это за какое там второе задание? Да. А вот нельзя было нам такую же пушку дать, когда, блядь, эти бронированные были, а? Нет. Сука! Это мотоциклист виноват, блядь! Тебя спасает анимация. Да. Немного праздновать. А, некогда, блядь, немного. Да. Ну что, people? She-people. Пора сделать happy people. Бля! Мотоцикл нового, да. Да. Все, easy. Платину. Мне. Спасибо. Того. Чё за боты? Там, походу, в две можно справиться. В смысле? А, в чат пишут. Стрим снайпера. Принял. Давай задание. А, жду СМС. Операция «Поезд против Курумы» начинается. Прямо сейчас. Что же с ней поезд случится? Поезд против Жезлова. И... На, но жестко, жестко. Оп, еще жестче. Вот стелс-танк сейчас будем воровать. Да. Тебе ближе? Не знаю. О, до Mirror Park'а. Нет, мне очень далеко. Все, я у Mirror Park'а. И у меня уже навелось куда-то. Я так понимаю, на чуваков внизу. А, во, уничтожьте охранников. Ну ладно, я на базарде разберусь с охраной, никто же не против. А, это можно было в стелс пройти? Да хер с ним, это так важно. Со мной менты зачем-то гонятся. Чтиво! На! А, ладно, ну ты справишься. Ну да, конечно. И у тебя, кстати, вертолет если будет, ну если он тебе понадобится. Так он у меня, я на нем. Так, по-моему, зря я вот это придумал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, придется базар сажать. Пойдите в дом. Ой, еще бы упасть. Да. Нет, не надо. Ой, чуваки. Ой, нет, ой, нет, ой, нет. Да я только в дом зайду и все. Найн! Блять, мой персонаж перепрыгнул перилу и ебанулся об клумбу. Вообще круто. Но тем не менее, я вхожу в дом. На, опять с плеча просто дверь. И че, тут еще будут чуваки? Да, здесь есть чуваки. Где-то должен быть лутбокс.
Блять, они аниме смотрят. А телек нельзя уничтожить. Блять, они аниме смотрят. Ой, бля. Все. Вот, ты видишь, смотришь аниме, телек не сгорит. Ой, Биг Смоук какого-то убил. Блять, да не хочу я смотреть на это. На это. Я Ой, просто заберу. То. Ну это у меня так написано. Ну, уходи оттуда, на. Ухожу. Ну это Лестер так делает. Да. Инфу. Все, валим. О, красивая парковка. Все, доставлено. Захожу на базу. Ну, типа, все, можно удалять GTA 5 после этого. Ну да. Так, что-то мне не нравится эта долгая загрузка, вообще не нравится. Да, ты выполнил нормально. Я знаю, но у меня просто написано подготовка выполнена, и все, даже загрузки нет никакой. Так, это очень странно. Это очень странно. Ладно. Итак, посещение танка. Ханджали! А потом Другой еще скорость. Дерьмом страдать. Да. Уничтожьте партию оружия врага на свалке в Гранд Синоре и угоните танк Ханджали. Начинай. Интерестинг, интерестинг. А я интерестинг. А мне вот не интерестинг. Это говно. Фиолетовый танк, что-то новое. Да нет, не особо. Так, ну что, костюмы, костюмы, дайте костюмы. Неа. Стиль игрока. И но до Гранд Синора недалеко. 3-й этап. До свалки. Именно там содержится все самое лучшее. Это он Стивер, еще что-то скажут. Ну, скажут обязательно, не сейчас. Ну, нет так нет. Ну, давайте, удивляйте. Удивили? Too, so let's play this whole
place out. Let's wipe all that shit off the table. We're being paid to stop Avon, so let's stop it. Plus, creepy as it is, I kinda like a stealth tank. We could use it against Clifford or sell it to a music video. Уничтожьте оснащение. Да. Чё? Пойду уничтожу. Да, давай. Тут, оказывается, этих пидорасов засело тоже. Немало. Раскидай там какое-нибудь говно и взорви разом. Попробуем. А, вот он так, танк, кстати, я его нашел. Ага, а по мне стреляют. Ну, чувак, я пытаюсь убить. Что вокруг меня? Тебе там нужна помощь? Да. Хотя... наверное, нет. А, тут никого нету. Так. Ну да. Только отойди от этого. Думаю, этого хватит. Все, погнали за танк. Я только что жив. Вот пидорасы, блядь. Я только что там всех убил, а они опять же спавнили. Ну, заново надо теперь убивать. Вот круто. Срочно. Вообще, блин. Ну ладно, давай садиться в него. Ой, мне в тень не сбить. Ой, бля. Ого, он быстрый довольно для танка. Ух ты, бля. Ага, он по нам ебашит там или нет. А, это свою тачку уничтожишь? Я? Да, по-моему, ты свою тачку. А, да. Ну ладно. Наберу потом. Ты бы купил этот танк? Ну, как танк, как танк. Я не убиваю других игроков в GTA Online. Не, ну это понятно. Не, вообще в целом против бот. Ну, да. Ну да, если бы такой был доступен, конечно. Во всех миссиях, блять. Да. РСМ, блядь! На! Типа за... ну, если ГПМ будет, помню, типа 6 лямов дают. Непроверенный импакт. А чё ты прицепился, ну? Ну, фарм экспы неплохой, конечно. Это он так медленно едет или ты так? Да, он так медленно едет. Да не, по-моему, Рина обычный дольше едет. Медленнее. Ну чё, хитманы, блядь? Неплохой танк, ладно. А стелс же, он может стелс? Нет. Хотя ну, не либо знаю. Сейчас он не может. Либо сейчас он не может, либо... ну да, скорее всего сейчас. Да...
они никак не успокоятся. Так я не знаю куда. Наверное, в штабы едем. Мне вроде что он взорвется нахуй. Да, не взорвется он. У нас попугали. Бля, вот обязательно развернуть надо было, ну. Давай, чувак, дави. Так лучше рельсотрон. Не, кстати, ну вот эту миссию еще не мешает. Не так напрягает. Любая, где не надо сопровождать агента 14, она вообще нормальная. А, литиевый завод или как там, блядь? Да, ну. А, ну это тоже, да. Это детский сад, блин. Странная развлекаловка. Чуваки, подъем! Да все, хорошо. На РСМ, ёпта. О боже. Будем надеяться. Да. У меня GPS не работает почему-то. Опять отключился? А я не знаю. А, нет, кстати, у меня тоже сейчас. Ну, точку показывает, а... Наверное, только на танке такое. В принципе, неплохая миссия. Ну, наверное. Платина. Что? Да. Что? Я там рельсотроном направо, налево, блядь, хуярили, а мне дают золото? А я вертолетом. Ебать говнище. Ладно, осталось еще одно подготовительное. Начинай. Предпоследнее задание. Что же там надо будет сделать? Интересно. Бортовой компьютер. Реактивный самолет сбит. И уже он появился, что ли? О, а как его... Блин, Базард? Ну, Базард не у меня. Куда его? Ибан. А, вот он. Ибан. А, кстати, вот сейчас бы та тачка не помешала, которая летать мне. Да. Ну, он, кстати, медленно вроде этот истребитель летает. Он медленно летает? Ну, вроде медленно, я на карте смотрю. Я в Базард сажусь. А над ним чувак, блядь. Надеюсь, он недостаточно быстро летит, иначе я его не догоню. Где этот... А, во, это мудила, я вижу его. Не, он реально медленно летит, спасибо. О! Вы шо, ёбнутый? Ладно. Ну, он сказал, навестись не получится. Придется хуярить так. Ладно, как скажешь. Лестер, малестер. А, ну, супер крутой самолет. Ну, ладно, нет, так нет. Я не знаю, как я его, правда, буду сейчас сбивать. Кстати, вот много попыток. Он еще цены скинул, ну, когда дают просто деньги за обычную сложность. За первый акт, если мы на просто на нормальном играли, 650 бы дали, за второй 950, за третий 1 200 000. Все. Все зайдет. Ждем сплэш-лендинг. Ой, да, блин, давай. только не в воду, братан. Нет, нет, тогда базар не поставлю никуда, придется в воду прыгать. Нет. No! Все, он в воде. Смотри, ты по чуть-чуть просто опускайся, прям совсем по чуть-чуть. Да, бля, зря ты выпал.
Так и должно быть. Mm-mm. Чувак, там вообще-то можно было с вертолетом чуть-чуть прям над водой подцепить его и все. Он под водой, модуль этот. А, прям под водой? Да, как и Buzzard. Oh, no. Удыхательные аппараты. Ой, блин, а я ничего не вижу. Заберите модуль из кабины. Это вот зря я, наверное, начал. Или так должно быть, на самом деле. Наверное, так и должно быть. Он в любом случае над водой должен был бы приземлиться. Походу. Заберите модуль из кабины. А, все, забрал. Через 3 минуты или около того будет вертолет. Глобальный сигнал. Все. Плыву. Сейчас минуту 20 подождем, и вертолет будет. Ты его возьмешь или я за тобой приеду? Да я не знаю даже как. О, на тебя там охотится. Серьезно? А, красный, да это фигня. Десантируем аэродроп. Минус вертолет. Да, но он бесплатен. Опять на пляж. Мы не сможем завалить Эйвона, потому что лагает финальное ограбление. Ну мы попробуем стартануть. Да. Разок. И приземление на лицо. Вот такие посадки были в Battlegrounds. Просто минус сервак весь. Да. Там реально будет тогда минус сервак весь. Да. И причем, знаешь, нигде не объявлять, просто патч вышел без описания вот этого. И все такие, блядь, разум. 50 человек. Да. 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 Все, последнее подготовительное. Наконец-то я уже рад. Да, это Моник, блять, 8К. Тут не один Моник. Воздушная оборона. Давай, начинай. Ласт подготовительная. Костюмы здесь будут? Нет, так они везде всегда есть. Хочешь из подобранных, нет? Давай. Окей. Конечно, надо смотреть. Есть только они реально другие. Ну, я не знаю. Ух ты. Ну, ладно, вот это немного прикольненько. Ну, потому что акула. Акула? А, блядь, Курумы-то у меня нету, я ее забыл восстановить. Ладно. Есть. Так, я так понимаю, мы на чем-то летать будем. Да. Дипс. Третий этап. Ну, зато у тебя эта тачка есть. Да. А сейчас-то можно морскую щелку звонить? Да, конечно. О, нормально. Кстати, да, мы же в горячей лядке не были, по сути, или были? А,
я понял сейчас, какой самолет будет. Самый огромный, который. Да? Да. Прям огромнее некуда. А, ну, убить. Ну ладно. Да, понятно, зачем нам тут модуль нужен был. Ну, на финальном этапе понадобится. Чтобы в нас навести сейчас не могли. Хотя, учитывая, что это боты, им наводка вот вообще не нужна. Они уже запрограммированы хуярить. Им. Да, я знаю. Ой, куда я? Ох. Стой, мне надо в кружок, я в Ч-200 РП. Так сел бы. О, бля. А, ладно, не дали 200 РП. А, дали. О, вообще нормально. Отличный тайминг. Ладно, сократим. Крутим. Да, кротим. О. Волатал. Это что за Лодстар? Волатал. Это типа Витол, только немного букв добавили. Ух, ебать, он огромный. Он про это говорил. Так, ну он один, значит. А, вон у него пушки, я знаю, что я буду делать. Неплохо. Боюсь, там не хватит полосы, чтобы взлететь. О, от первого лица можно посмотреть? Да, так и нет, можно. Нет, нет! Дай посмотрю кабину. Все. А-а-а, кабина как кабина. Как мне пушку? Неплохие управлять? Крылышки такие у него. Ковровая бомбардировка, два орудия с дистанционным управлением. О, бомбовый отсек еще есть. Р прицел. Аирдроп. Да. Пробел сбросить бомбу, удерживать, чтобы провести бомбардировку. Чё? Колёс, короче, убери. А, да. Шасси. Убрал. Так, а как мне... О, я скинул аирдроп. Вот это интересное задание будет. Понятно, ковров бомбардировку надо делать. Всё ясно. А мне вообще эти цели-то будут видны? Или мне реально через R тупо смотреть? А, ну, мне, кстати, обзор так себе. Он слишком низкий. Я не могу всех увидеть. Ну, вроде что-то скинул. Надеюсь, что я попал. Я камеру не могу переключить. Походу, я не попал. Ну, тебе-то сбрасывать надо, а мне вертолет надо сбивать. Только из-за того, что камера хуйня тут, очень хуйня. Вот, серьезно. Но, да, вообще, они не уничтожаются, вообще. Я ж прям на них сбрасываю, ну. И у меня камера куда-то попала. Это, по-моему, дрочь какая-то. Я думал, будет нормально. Ладно, может, я реально не попал в тот раз. Сейчас проверим. Так, ну, у меня другой камеры нет, так что я не знаю, как тебе придется вилять. Потому что я не могу просто попасть. А я могу как-то эти мины или что там? А, тут. О-о-о. Чувак, где вертолет? Ни хрена вообще не уничтожается. Да забей на них, они вообще не помеха, походу. Мне ну, надо чувак, как-то ковровую бомбардировку вот попасть по ним, я не знаю как. Турель хуйня тут, вот, серьезно. Очень плохой обзор у меня. А, я так и могу сбрасывать, понятно. О, ну ладно, убил одного. А когда ровно летишь, еще более-менее, но стоит тебе чуть-чуть и наклониться. Это ужас какой-то. А, я этот самолет себе. Ведь, ну какая интересная задумка, какой кривой щитбокс, блядь.
А в чем там проблема? Да я скидываю, и нихера не происходит, нет. Я прямо над ним и лечу, ну ничего. О, это только первое. Нихуя. Алан, давай, next. А у нас есть? А, ну полоску здоровья. 10. Короче. Короче, ладно, как следующий. Второй игрок, я бесполезен, на самом деле, пока что. Да. Попал? Нет, не попал. Но здесь источники неприступного мира нельзя завалить. Слишком было бы просто. А ну-ка, я... О, сейчас пересел куда-то, погоди. Может, так получше будет. О, и все, нашел нормальную, все, заебись. Оказывается, тут есть вторая все. Ну, ты мне как-то можешь помочь или нет? А, ну, давай, сейчас вот где там ближайшее... О, погоди, погоди, блядь. Не, все равно обзор. Я на нижнюю пересел, короче, которая прям под бомбой. Mm-hmm. Вот. Ну давай попробуем. Могу так бомбить? О, да. О! 8. А так быстрее будет, конечно. Ну, такое. Это уже лучше. Это уже гораздо лучше. А, ну так вообще легко. Нормально. Где еще один меч? Там. Сейчас пройдемся по ним. Они сразу сказали, потому что, знаешь, от третьего лица почему-то на другую турель не пересаживался. О, начинаются истребители. Понятно, блядь. А-а. И где они, блядь? Я их не вижу, у меня поле обзора пиздецки. О, чуть-чуть вот. Сейчас, сейчас. Вот, все. Мы там падаем, что ли? 5. А, давай, вот это не разворачивайся, я сейчас, в принципе, сам могу его, если нормально. Мы врежемся, если я не развернусь. Понял. Я собью, думаю. Она должна улететь. Я. Блин, не успел я. Так, ладно. О, держи. О, 4. Давай теперь с верхними. Пока ни врагов, ничего. Да. А, так это уже мы уничтожили. Ну и где она, блядь? А вон она уже. Сейчас. Эх, не долетит. Да, надо... Блин, зря ты стал кружить, я бы сейчас добил. Надо гораздо раньше начинать бомбить уже. А не, чувак, чувак, держи просто ровно его. Опять рано. Вот смотри, вот сейчас на который мы летим, погоди, вот просто ровно подержи их. Сука, чё он не попадает, блин? Ага. Нет. Ладно, понял. Хитбоксы говно. Надо высоту минимальную какую-то брать, чтобы нормально долетало. Потому что, по-моему, я слишком высоко беру. Последний разворот сейчас сделаем. А может и не при... Бля, всё-таки придётся. Придётся, конечно. Не дотянулся. Давай, родной, давай, поворачивай. Во. Все, но бомби. Он тяжелый вообще в управлении? Нет, нет. Нет, нет, нет. Управления нет. Нет, да, еще один? Я не попал. Ура! Наконец. Надо пересесть за верхний тур. Пока. Приземляйтесь сейчас.
Окей, но это будет опасно. О, фу, идеально. Просто сдай назад. Ну, ладно, не то, не особо напряжно. Фу, неплохо, мне понравился самолетик. О, наконец-то катсцена. Твои люди пошел нахуй просто, блядь. Okay, can I get a status report, Mr. Crest? Not good. We've calmed things down, but if Avon's gonna be stopped once and for all, we have to shut off Clifford's connection. Where is Avon? Where is Clifford? Can't we just unplug it? It doesn't work quite like that. What with it not being 1987? I'm trying to find him. He's gone dark. When I have a lead, I'll be in touch. Thank you. All right, people, stay alert. Конечно, конечно. Ну, пилоту бы платину. Сволочи. И в принципе осталась финальная часть, но не знаю, она выйдет только тогда, когда Rockstar пофиксят это все дело. Нет, так-то этапа 3-то мы сейчас выполним вообще-то. Уже финальная сейчас будет. Этапа 3, ты так и не понял. Отдельно потом начнется сам финал. Mm-hmm. Мы сейчас финальный этап выполняем. Это норм все будет. А вот именно финал, который прям вообще финал, вот он не работает. Финал прям вообще финал. Mm-hmm. Да, так, так эту часть и назови. Сейчас опять будет это в одиночном походе. Ну да. Итак, это финал третьего этапа Doomsday Heist'а. Сейчас будет вообще экшон, экшониссимо. Давай, заходи. Зашел. Гений преступно. Стой, я куплю. Все, давай, начинай. И костюм подобранный возьми. Окей. Вот сейчас это вообще важно. Потому что тут могут что-то крутое предложить. Так, банда грабителей, банда грабителей. Видимо, нет тут ролей каких-то прям уж. Походу, да. Ну ладно. Не, не меняется. Чё, не меняется процент? Не, это роль. О, вот, кстати, 900 тысяч как раз твои на орбитальное говно. Угу. Да. Отбил уже. Рэти. Ну, так, погнали. Вот я внизу прочитать не могу, что там дальше. Отключить Клиффорда, уничтожить все запасные физические диски. А, во, ликвидируйте Эйвена. Понял. Ну, значит, оно и последнее. Окей, тогда значит две ачивки за одну. Ой, ты, блядь, Владимир, я же тебе говорил, 28 из 29. Какой нахуй финальный еще? Конечно, 29. А зачем тогда, блядь, две ачивки на одну? Ну вот спроси Дэна и Сэма Хаузера, двух даунов, которые искусственный интеллект решили переработать. Хотя они здесь, конечно, ни при чем, да ладно. Да, вот именно. Так, как же мы пойдем? О, танком я пойду, пожалуй. А, и Курума, конечно же. Ехали. Да. Yeah. Ну, если он будет работать еще. Надеюсь, да. Я бы сказал сейчас какую-нибудь кодовую фразу, за которую мне будет стыдно, но я предположу, что это будет хорошая попытка. Иначе я бы сказал фразу, которую говорил Илья Белоус про зрителей канала Спектера 604. Но боюсь, мы ее никогда не узнаем. И в целом не услышим. Третий этап. Чего? Не удалось запустить дело. Пожалуйста, повторите попытку. Понятно. Да, она вылетела. Ну, что, Владимир, тогда ждем. Тогда ждем, Владимир. Вот так начали, блядь. Мы вот так начали.